Сегодня для вас немножко поиграет коллектив под названием 3 for 2. Название мы постепенно расшифруем. Языки. Thank you.
композиция, которая написана Максимом Барановым, он сегодня у нас играет на ложном органе Хаббард. Настоящий псевдо, да. Настоящий вот здесь вот справа стоял, справа от меня, слева от вас. Но куда-то делся. Но мы найдем его. Сейчас вернусь, говорит Макс. Говорю. Немного о названии. Название «Three for Two» в переводе на русский язык, но в зависимости от предпочтений, может переводиться, например, как «три на двоих», «две на троих». Смысл вот в чем. Если убрать двоих из нас и оставить Максима и Аркадия Баклагина, который играет на барабанах сегодня, будет еще лучше? То возможно, кстати. Мы попробуем. То останется два человека, которые играют три одновременно за троих. То есть Максим у нас играет басовую линию, какую-то еще линию, другую, и барабаны. То есть вдвоем два человека играют три партии. Соответственно, вот отсюда название. Смысл примерно такой. Вот. Сегодня мы в основном будем играть авторские композиции. Первая вот была Максима написана, вторая будет моя. Она посвящена Телодиусу Монку, пианисту замечательному. И называется она «Upside Down». Thank you.
Сальдау называлась эта вещь, а предыдущая вещь, я забыл сказать, она называлась по первым буквам имен детей Максима, коих у него трое. Живут они в Нью-Йорке. Вот. Следующая композиция опять написана Максимом. Название, поскольку у нее темп медленный, у нее, соответственно, тоже простое. Называется она «Баллада». Это автор. Thank you.
Баранов. Следующая композиция, опять же, его. И поскольку у нас сегодня программа имеет название свое, она называется Night Ride, то есть ночная, будем считать, прогулка. Вот. Следующая композиция, опять же, Максимом написана, она так и называется, Night Ride. Посвящена она любителям ночных автомобильных путешествий на далекие расстояния. Коими, например, мы с Максимом являемся. Уже неоднократно это проделали. Чего и вам желаем. Night Ride, Максим Баранов. Thank you.
Спасибо. Это была композиция Night Ride Максима Воронова. Следующая композиция будет одна из, наверное, двух сегодня, которые не нами написаны. Хотелось бы посвятить ушедшему из жизни в конце прошлого года великому джазовому гитаристу американскому Джиму Холлу. Пьеса, написанная его женой, Джейн Холл, называется «The answer is yes», то есть ответ «да». Thank you.
Хотели бы закончить нашей собственной очередной композиции, моей на сей раз. Она называется «Мистер Браун». Thank you.
Thank you.
Спасибо, перерыв небольшой, Михаил Бернадзе. Я вас играю еще раз. Михаил Иванов, саксофон. Максим Баранов, орган. Аркадий Баклагин, барабаны. Меня зовут Иван Рахманов. Вместе мы играем в «Сестры Футю». Вернемся к вам через некоторое время. Спасибо. Второе деление мы начнем опять же с авторской композиции. Она называется «The Ashes Dance» – «Танец пепла».
Спасибо. Песню мы посвятим нашему другу Вадиму Мордыхаеву, который присутствует в зале. Он знает почему. Сейчас композиция, которая следующая прозвучит, написана опять же Максимом. Как вы уже, наверное, поняли, два варианта есть, три есть варианта. Либо чья-то еще вещь, их всего будет сегодня две, скорее всего. Либо Максима, либо моя, вот так вышло. Она называется «190-я улица». Это станция метро, рядом с которой Максим 15 лет жил в городе Нью-Йорке. Вот так. Хороший район, там живут в основном доминиканцы и немножко русских. Вот. Соответственно, композиция получилась такая, как вы сейчас услышите. Навеяло, да. 190-я улица, Максим Баранов. Thank you.
Примерно вот так все звучит. Часа в три. Максим Баранов, 190-я улица. Следующая опять композиция мной написана, называется она MD Song. Это медленная вещь, посвященная американской знакомой.
Следующая композиция более бодрая, тоже мной написана. Те, кто немножко знаком с джазовым репертуаром, знают, что есть такая песня, называется «Сиджем блюз», да, очень известная, простая. Следующая композиция, которую мы сыграем, называется «Пиджем тюн», то есть си-мажорный аналог другой блюза. «Пиджем тюн». Thank you.
Сейчас мы хотели бы сыграть композицию, которую вы, наверное, узнаете со временем. Не сразу, может быть. Она не наша, сразу скажу. Она написана... Да, как Миша сказал, нормальными ребятами. Джоном Ленноном и Полом Маккартни. А название вы, наверное, со временем сами поймете. Thank you.
песня с актуальным названием «Back in USSR». Ну да, это каждый понимает по-своему актуальность эту. А мы заканчиваем наше выступление очередной собственной композицией нашей. Называется она «Arrival Zone», посвящена она Максиму, потому что Максим долгое время жил не здесь и приезжал, соответственно, сюда. Когда человек приезжает, Миша говорит, на заработки. Когда человек приезжает, и ты его встречаешь, естественно, ты это делаешь в зоне прилета. Поэтому так называется следующая, последняя композиция. Спасибо еще раз. Для вас сегодня играл Максим Баранов, клавиши. Михаил Иванов, саксофон. Аркадий Баклайден, барабаны. И Ваня Ахманов, гитара. Спасибо. Последняя композиция «Arrival Zone».
Yeah.
Спасибо. Спасибо. Михаил Иванов, Максим Баранов, Аркадий Маклавин, Антонов. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, до новых встреч.